Привет! Нашу ежегодную серию новогодних рецептов открывает простой, но роскошный и праздничный веганский торт. Этот торт с апельсинами и шоколадом мы испробовали на очень большом количестве дней рождений, и он всегда был настоящим хитом. Сочетание шоколада и апельсинов – это, конечно, очень зимнее сочетание. Мы считаем, что он будет просто идеальным десертом на ваш новогодний стол. Для приготовления бисквита нам понадобятся такие ингредиенты. В миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, соду и соль, какао, сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем жидкие ингредиенты: масло, уксус и растительное молоко. Перемешиваем. В конце добавляем цедру апельсина и вмешиваем в тесто. Застилаем пергаментом и смазываем маслом форму. Выпекаем наш бисквит 30-40 минут при температуре 180 градусов. Прежде чем формировать торт, бисквит нужно полностью остудить. Для приготовления крема нам понадобятся такие ингредиенты. Кокосовое молоко или сливки смешиваем с сахаром и нагреваем до появления пара, но не до кипения. Снимаем с огня, добавляем шоколад и размешиваем, пока шоколад не растает. Прежде чем собирать торт, крем нужно полностью остудить. С полностью остывшего бисквита срезаем шапочку, чтобы выровнять коржи. Остатки бисквита можно съесть или использовать в украшении. Разрезаем бисквит при помощи нитки. Выжимаем сок апельсина и пропитываем им коржи настолько, насколько влажным вы любите, чтобы был ваш торт. У нас ушло где-то 2/3 сока одного апельсина. На пропитанный бисквит выливаем остывший крем. Закрываем торт верхней половинкой бисквита и отправляем в холодильник на ночь. Для приготовления ганаша нам понадобятся такие ингредиенты. Принцип такой же, как и с кремом, только в этот раз у нас намного меньше молока, чтобы покрытие было более плотным. Нагреваем молоко до появления пара и растапливаем в нем шоколад. Освобождаем от формы торт, который постоял ночь в холодильнике, и крем у него застыл. Выливаем на него глазурь, помогая ей распределиться ножом или силиконовой лопаткой. Отправляем в холодильник до застывания. Для украшения нам понадобятся такие ингредиенты. Нарезаем апельсины кольцами. Вливаем на сковороду воду и всыпаем сахар. Слегка помешиваем, пока сахар полностью не растворится. Добавляем апельсины. И варим, пока вода полностью не испарится и апельсины не станут красиво карамелизованными. И финальный штрих – украшаем торт апельсинами. Да, повозиться с тортом придется. Шагов много, но все они очень простые, а результат просто роскошный. И по виду, и по своим вкусовым качествам. Ароматный, очень нежный, максимально шоколадный, с апельсиновой ноткой. Он не оставит равнодушными никого, но особенно любителей шоколадных десертов. И вы точно сможете его приготовить, так как в отличие от многих тортов, это не требует ни сложных недоступных продуктов, ни слишком больших усилий. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Если вам понравилось наше праздничное видео, то обязательно поставьте ему лайк. А также загляните в наш плейлист про веган Новый год, там уже больше 30 видео. Если хотите нас поддержать, подписывайтесь на нас на Патреоне, это очень помогает развитию канала.
До новых встреч в новогодних видео!